А здесь Friendly Fire включен? Ой! Осторожно, внимание! Внимание, внимание! Играют женщины! То есть твое влияние, но просмотр плохо. Данного стрима приравнивается к получению повестки. Вам нужно до завтрашнего дня явиться в военкомат для прохождения медкомиссии. Или вы получите бан. Поживал, братишка. Да. Ну а ты что скажешь вообще насчет такой оценки от твоего друга дяди джедая? Это позор. Конечно, могу сказать, что он не прав. Но надо снять гангста, клип, чел. Да. Надо разорвать его жопу нашим гангста-рэпом и назвать наш трек первый в мире гангста-рэп. Да-да, верю. Ля, хуй студённый в экране. Того они не жалят, тому приносят мёд. Закончится работа, нальются медом соты, и вечером на пасеке сыграют пчелки в классике. А сейчас что-то... Кто пчелок уважает? Мой дед стрелял из пушек танка по врагам. За то, что братишка, суки предали ислам. Братишка, отползай. Помоги мне. Помоги. Дыши. Нет, машина сорвется. Тихо. Блять. А нахуй ты выпал? Кого выпал? Я даже не положил. Я тебя в машину запихнул. Нахуй ты выпал? Типа, блядь, ты что, дурак? Давай кто Фина. Длиннее рыгнет. Готов рыгнуть? Да. Раз, два, три. Че, все что ли? Это у тебя скоротечка была. Видно, руки у тебя по сабле соскучились. Есть такое. Сам один я каждый день. А вот чтобы с другими давно сейчас, уже не сейчас. Получалось. Давай позвеним саблями, поглядим, чья возьмет. Давай. Да не трясись ты так. Ну и все. Че, бессмертие? Медведь, медведь, научи меня пердеть. А если не научишь, то получишь. За 30. Компьютерные игры созданы для того, чтобы получать от них удовольствие. Ну как можно получать, пидорас? Ты что, думаешь, дохуя скрыто или что, ты гусь? Привет. За примерно 8 хейтеры так и не изменились. Точка, все ждут, чтоб ты скатился. Точка, но ничего не меняется. Уезжай от меня быстрее, сейчас будешь проигрывать. Вылупившихся диабликов все еще осаждают потоки и радуются. Всем добра и мира. Я проснулся 5 минут назад просто. Да. Ну и что, ты хоть бы если проснулся позже, все равно бумер. Я еще концентрата не слышал, понимаешь, что это вся проблема. Контрольный в голову, батя. Просто играть не умеешь. Не, сейчас пацаны тебя попустят, все равно, понимаешь, как бы, ну, игра сейчас окончена будет. Да, давай, давай. Контрольно в голову ему. Сейчас. А ты можешь отойти от моего трупика? Да, остался. Все, теперь точно. Держи еще патроны. Угу. Все, можете ливать. Ваш король пал. Еще один дроп. Ух ты, Эльки. Валера, машина. Машина! Мама, папа. Долбоёб, блядь, твою рот. Мать! Ой, какой я тебя... Тебя убили? Нет. Добивай, тренаху. Да что там тренах осталось? Тебе оставил семечки. Дощёлкивай. Дощёлкивай давай. Аккуратно, аккуратно. Меняй место и быстро стрелку. Колеса оф. Чел, ну что ты творишь? Подожди ты. Да
Да хлопни ты вот этого. Как, блядь? Место. Вэшку, вэшку, вэшку и убивашку. Блядь, мама, папу ебут. Родной, блядь, давай. Машину взял. Ой, блядь. Панерота. Секунду не успел. Твою рот, ну что ж ты наделал, а? Все, теперь Карусь на мне не отсосет. Я ей ту победу посвящал. Она и так отсосет. А, ну там понятно, но, сука, хотелось бы еще. Ай, блядь. И что? Ну как мне теперь быть? Мне теперь неудобно. Что делать теперь? Ну что? Дед, спасибо, что ты есть. Ты самый крутой. Пиднарик. Вот это я понимаю. Вот это называется привет. Ты спишь? Вставай, дура. Бабло приехало. Мамонт пятна полупанул, прикинь. Да я сейчас пойду, я пятнаху скину. 15 000 какой-то мамонт жирный прихуярил. Пятнашку принес, прикинь, походу пьяный. Да нет, не поздравил, просто пятнаху скинул. Походу нахуярился мамонт и пятнаху ебанул. Да. Ну, я не знаю, какой-то мамонт бухой, походу. Пятнаху ебанул, прикинь. 15 000 одним платежом въебал. Нахуярился, походу, сука. Извини, зайка, спи. Люблю. Спасибо. Что сказала? Дай бог тебе здоровечка, блин. Спасибо тебе огромное, братанчик, блин. Что сказала? Кто сказала? Ну кому ты звонила сейчас? Вики. Ага. Она извинилась за то, что трубку не брала. Угу. Что? Спасибо, дружище. Спасибо тебе большое за донатик такой. Спасибо, солнышко. Сбеги норку. А нет, ты же по коридору. Я с тобой, Макс. Макс, он с тобой рядом за стеной. Я вижу. Вали, бачок, вали. Где это падла? Какой кровь, боже. Сверху, наверное. Чё ты там? Где это падла? Бачат, не обижай. Есть кролик! Бачат убил позорче, Бачат убил. Я дал машину кролику. Я дал машину кролику. Внимание. Зачем? Бачат, это будет месть. Тут будет месть. Я думал, что я зайду в дырочку, но он зашел мне в дырочку. Всё. Что называется, рыба без головы. Погнали. Добивашку делать. Мачо 20 девочек всего. Владелец Kia Rio 2015 года. Блин, братишка, ну уже пора бы поменять аппарат. И на. А пена вообще в затачке шарит что-нибудь? Так. Так, чисто поверхностно, типа, знает, что можно на них ездить. А у него нет машины? Нет. Ну, а как ему машина, если он дебил? Я смогу потом полностью на квадрике ехать в Сахалин, прям полностью, ну, на нем одно. Я возьму пледик и положу. Чё посуду не помыл? Пледы возьму с собой, чтоб прям, ну, трахаться. А Олька что делает? В смысле? Ну, она что будет делать, когда его трахаться? А где они? Опа. Валера, этот забор машины сносит, если что.
А здесь Friendly Fire включен? Ой! Ты дебилка, блядь! Ну все. Иди сюда скорее. Да уж. Блядь. Ты дебил? Ты умер? Ёбаный долбоёб, блядь! Сука, ебан ты тупорылый! Ну что ты наделал? Сука, не зря пацаны мне все в комментариях про тебя писали, чтоб пи***раса взял к себе. Пригрел! Сука. Что ты? Что ты молчишь? Что ты молчишь? А почему у нас в одной катке Friendly Fire выключен, а в другой включен, блядь? А зачем ты проверял эту функцию, скажи? Для чего? Брат, прости. Братишка, можешь фотки скинуть? Я просто не понимаю, про какой курорт ты рассказываешь мне. Что это вообще там за снегоходный курорт? Что там такое? Хуй смеешься ты? Не, скажи мне, родной. Ну это же пи***ц. Ты меня опозорил среди всех из облов. Понимаешь? Каждая игра с тобой в компьютер позор для меня, как для великого стримера. Понимаешь? Да, ну трэш, конечно. Я вот это терпеть не буду, блядь. Я пенис, и я ухожу. И тут никто не держит. Я, блядь, давно надо было уйти отсюда. Извините, но я ухожу.